Тут в комментариях женщины на меня постоянно ругаются за то, что я якобы отговариваю мужчин жениться. Да когда вообще я такое говорил? Если за вас дают большое приданное, или ваш папа может устроить зятя на хорошую должность, на которую он за несколько лет заработает на всю оставшуюся жизнь, то почему бы в таком случае на вас не жениться? Но вот только дело в том, что у большинства из вас из приданного только долги по кредитам и родственники, которым нужно помогать. А зачем мужчине вешать себе на шею такое ярмо? Что он получает взамен, кроме постоянных упреков с вашей стороны и вечно недовольного выражения лица? Я сама себе хозяйка, для кого-то я негодяйка, я сука, но все зовут меня Зайка. Если хочешь быть со мной, знай как, исполнять мои желания как раб. Я всего добьюсь, я нашла свой путь, и я не боюсь того, к чему стремлюсь. Это плюс, причина этому одна, у меня есть она, моя пизда.